Как установить автоход Key и самое главное запустить его? Ну вот в Яндексе пишите АХК, переходите на домашнюю страницу программы, вот так вот будет выглядеть, нажимаете Download, Download, Installer, сохранить, запустить. Так как он у меня уже запущен, то другие будут кнопки. Тут будет три варианта программы. ANSI 32 бит, Unicode 64 бит и Unicode 32 бит. Выберите, ну, сами сообразите. А дальше самое интересное начинается. Эта программа здесь будет, на нее когда нажимаете, она тупо help выводит вот так вот. Вот так вот выводит и все. И вы попытаетесь найти, куда он свой скрипт пропишет. В папке пользователей его не будет, и в старых версиях, помните, надо было просто скрипт добавить в рабочую папку программы, либо папку настроек пользователя. А теперь по-другому, теперь это программа, просто запускаете скрипт. Он, кстати, вот, автоход Key появился. Нет, не так, сейчас. Ладно, тут его, ну, там галки можно снять, и он не будет добавляться в контекстное меню. При установке галки снял. Короче, надо просто-напросто запускать файл АХК, который вы хотите, и все, он сюда вот попадет и нормально. А если захотите его автозагрузку его запихнуть, тогда в RegEdit вот по этому пути, но это для всех юзеров, сюда пропишите автоходки, ну, создадите строковый параметр и пропишите путь для него и перезагрузите, и он автоматически будет загружаться. Я еле допер, если честно, поэтому и пишу видос. Ну, сколько для всех, сколько для себя, потому что я забывчивый. Конец.